Путиным понятно, у меня к нему нет претензий, скорее претензии к нашему народу, который по-холопски, угодливо согласился с этим назначением еще в сентябре. В сентябре, когда наш царь Борис объявил, что будет преемником Путин, все было уже ясно. Все выстроились в очередь поцеловать, заглянуть в глаза, согнуться в подобострастном поклоне. Он умница, Путин. Я думаю, что он все понимает.